Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері, Талдықорған қаласы жастар спорт сарайынан тікелей репортажымызды бастаймыз. Бұл волейболдан әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионаты және биылғы маусымның финалы. Ел классику деп атап кеткен ойын өскемендік Алтай командасы талдықорғандық Жетісуға қарсы матч өткізеді. И теперь мы начинаем смотреть финальный матч на подаче Акилова. Бывший игрок, кстати, команды из Усть-Каменогорска. Надя Кадола. Она в прошлом сезоне также, все мы знаем, прекрасно выступала за команду ЖТСУ, но перешла в стан врагов. И это ее не смущает. Украинка могла принести первые очки. Борьба по рукам. Мяч в игре должен был быть. Но очень сложный удар не смогла из двух рук за спину с четвертой зоны направить на площадку Алтай. И счет становится 1-0. Простая ошибка на подаче. 13-12. Цана Наркулова. Будет ли рисковать капитан? Нет, не рискует. Паруков принимает. Хорошая доводка. Здесь Гурбанова должна забивать. На задней линии хорошо играет Анаркулова. Здесь без атаки Алтай останется. Но это не важно. Главное, теперь на блоке. Свое счастье. Здесь пробили. Конечно, блок поставлен, состыкован неправильно. У Уфимцева должна быть линию закрывать. Кенджибаева диагональ. И в итоге вот по линии таки мяч приходит и попадает по рукам Роденкович. Сербка, конечно, не готова была. 24-23, сетпоинт. Кто ожидал, что ЖТСУ, да, первый из этих команд достигнет эту отметку? И Шатунова Валерия, она же может рискнуть. Я думаю, стоит сейчас рисковать. Шатунова рискует. Бекет принимает хорошо. Атака вторым темпом здесь. Анаркулова. Мяч в аут уходит. Мяч в аут уходит. Анаркулова. Шестая зона. 25-23. Уважаемые телезрители, у нас завершается первая партия. И завершается она в пользу команды Елены Павловой. ЖТСУ впереди. ЖТСУ впереди. Ну, сейчас интересно будет смотреть за второй партией. Ну, интересно. Алтай вел в начале, в середине первой партии. Но потом ЖТСУ выходит вперед. И вот одна подача. Одна подача Гурбановой. Счет становится 25-23 в первой партии. Команда ЖТСУ, еще раз фиксируем, выигрывает первый сет финальной серии. Ну и теперь с вами хайлайты. Посмотрим первую партию. Потом будет небольшой перерыв, и вновь вернемся мы с вами смотреть за этим шикарным просто матчем. Аниконова Кристина будет играть первой на подаче во второй партии. 0-0. Принимается Рыгина. Диуф. Парукова. Блок. Есть шанс выиграть брейковое очко. И здесь блок-аут. 1-0. Алтай начинает на здравии. Кристина Белова. Нужно сейчас в доигровке преуспевать ЖТСУ, чтобы приблизиться к счету. Сравнять счет. За спину передачи Анаркулова не оставляет шансов. Здесь и блок переигран, они уже перелетели в момент. Ну и на задней линии такой мощный удар Тамириса Гимбаева не подняла. Наталья Акилова, назарларыңызда капитанның асырған добы аутқа кетті. Не 25-16 есепмен Алтай командасы екінші кезеңді өз пайдасына аяқтады. Сөйтіп бірде бір. Кемде әр партия жарты сағатқа созылуда. Бұл екінші кезеңде Алтай командасы алғашқы минуттардан бастап, алғашқы ұпайлардан бастап алға шықты да сол басымдықты ұстап қалды. Және 9 доп айырмашылығымен екінші кезеңді өзінің пайдасына аяқтады.
очень часто, да, не часто, хотя бы через 2-3 атаки Елена Павлова самой атаковать, как любит это делать Акилова. 1-0 с брейкового мяча. Мамэ Диуф, сенегальская волейболиста. Волейболистка дает знать о себе. Надя Кадола. Украинка сыграет на подаче. Минус 7. Планер. Атакует сама Акилова. А Наркулова еще раз до игровки бы преуспеть Алтаю. Сейчас очень важный мяч. Кадола по блоку. Машкова и Парукова закрыли Надю. Неудобный пас на Наркулову. Сырыгина берет. Поднимает. И Парукова в ответ. Бикет. Блестящим. 1-1 действует. Но здесь уже ошибка. Надя Кадола ошибается. 17-9. Кадола. Кайтадан. Кадола. Казыр допты ойынға қосты. Наталья Акилова. Парукова. Не. Партия аяқталды. Партия аяқталды. 25-те 22 ардақтаға 9 ұпаймен жеңіліп тұрған Алтай командасы айды аспанға бірақ шығарды да камбэк жасады. Камбэк жасап 25-те 22 есепмен бұл кезеңді өз пайдасына аяқтады. Жалпы 3 кезеңнің қорытындысы бойынша есеп 2-1. Қазір екінші кезеңде қайталау. Ең не кедергі болды. Әрине, бірінші кезекте Жетісу командасының тұрақсыздығы, шабуылда да қорғаныста да тұрақсыздығы жеңілістің басты себепкері болды. Қазір үзіл қайталауды көріп алайық. Не от этой игры. Это только первая игра. Завтра будет вторая, а может быть и понадобится третья. Начинается у нас партия и вновь начинается с уверенных действий команды Алтай. А Наркулова по блоку попадает. Гурбанова поднимает. Теперь атака будет от Житусу, но нет. Акилова подключает пару кого. Она бьет. 1-0. Брейковый мяч. Алтай впереди. Но с четвертой зоны Парукова ошиблась и в предыдущих партиях очень часто и много. Ну, Акилова, ну, кого выберет? А сейчас в очень важной партии 15 очков от Наркуловой. Сана. Герман принимает. Герман сейчас будет завершать атаку. Блок смягчения. Кадола поднимает. Роденкович. Неудобный пас подставляет Белову. Та просто скидывает правой рукой. И Герман! Ну, это ее хлеб. Герман! И в прошлом году за Алтай она столько очков набирала. Закроют ли с первой попытки команда Алтай. Акилова. Закроет. Со счетом 25-21, уважаемые телезрители, завершается четвертая партия. 3-1. Это победа Алтая. Но, болельщики ЖТСУ, не унывайте. Завтра будет еще как минимум один матч, чтобы сравнять счет. Это финал. Матч за золото 30-го юбилейного национального чемпионата среди мастеров.